Чемпионат Украины по армспорту, который проходил во дворце спорта «Локомотив», собрал 180 участников из 20 областей. Главные национальные соревнования являлись отборочными на майский чемпионат Европы в Польше. Заветные путевки на континентальный турнир получали победители и вице-чемпионы страны. Харьковчане завоевали в родных стенах 7 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей. 3 награды высшей пробы выиграли женщины. Кристина Цап победила на правой руке в категории до 60 килограммов. Заслуженный мастер спорта Виктория Илюшина была вне конкуренции в 2 финалах веса до 55 килограммов. Оба раза подопечная заслуженного тренера Украины Владимира Петренко победила Лилию Панюкову из Запорожья. Ну, это не скромно, но фаворит. Все-таки по силам, как бы, ну, пока... Никто как бы не подбирается близко. Меня не расслабляет просто Европа и мир, поэтому как бы Украина – это, в принципе, просто отбор. Я не оцениваю свои силы по Украине. Это, ну, для меня, в моем случае, отбор. И все, и дальше я уже готовлюсь под соперниц на Европе. В мужском турнире весовой категории до 60 килограммов победный дубль оформил титулованный Дмитрий Бескаравайный. 41-летний харьковчанин одолел в борьбе на левой и правой руках неоднократного чемпиона Европы Александра Баландина из Донецкой области. Доволен выступлением, скажем так, вернулся. В прошлом году у меня неудачное было выступление, и категория была для меня новая. Ну, сейчас все, в общем-то, довольно удачно все сложилось. Выиграл обе руки, то есть сделал золотой дубль. Основная моя рука – это левая, я на нее, конечно, рассчитывал. Но правой рукой оказалось, в принципе, тоже несложно. Хотя первый поединок с Александром Расухиным я проиграл, но потом все-таки в полуфинале выиграл, и финал, и суперфинал тоже был за мной. По одной золотой медали харьковской команде принесли братья Владислав и Вячеслав Жигелей. Они стали чемпионами в весе до 75 и 80 килограммов на левой и правой руках соответственно. В командном первенстве чемпионата Украины харьковские рукоборцы одержали победу в 21 раз подряд. Второе место заняла сборная Полтавской области, замкнули призовую тройку столичные армрестлеры.